Сколько получает оператор варенья металлурга? Смотрите, девочки, ласточки мои! Панки хойры под стойкер. Самоуверенный ублюдок, как ты... Я говорил давно, меня в тренера, смотрите! Ой-ой-ой! Убили, блядь! Чё, макароны, берём, всё! Оле, а оле. Чё, когда песен нет, ты чё, так деньги зарабатываешь? Да! Друзья, хоккей – это взрослая игра для взрослых дядек. И здесь логично разговаривают взрослыми мужскими словами. Не бойтесь, не пугайтесь, отведите женщин, беременных детей и вообще детей от экранов вашего компьютера, смартфона и прочего устройства. Всем спасибо! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы идем в прямую трансляцию с арены «Металлург». Сегодня здесь выступала начинающая звезда Иван по кличке. Рекс. Во-во-во, блядь. Начинающая. Да, и с ним еще начинающий. Еще начинающий. Кристина Карамышева по кличке... Гекс. Рекс и Гекс. Отлично. Кристина, расскажите, как вам сегодня выступалось на арене? Очень неожиданно и непривычно. Еще будете так делать? Слишком маленькая просто арена. Еще будете так делать, нет? Да. Если будете так делать, это учтите, что это может по закону преследоваться. Такие вещи. Смотрите, у нас здесь ребята из Германии приехали. Реально, ребята, привет, ребят. Алло. Как вам, собственно говоря, в России? Такие шоу проводятся крутые, да? Да, все хорошо. Ижбин, шляпе, крокодиль. Друзья, арена «Металлург» – это одна из тех арен, где можно распивать внутри спиртные напитки, а именно пиво. Идем за пивом. Подходим сюда, девушка, здрасте. Есть ли пиво? Да. А какое? Вы серьезно? Да. Балтика, семерка, Петербург и бархатное. Бархатное. Берем бархатного. Так, Никита, в чем дело? Все знают. А Никита, который все знают, да. Девочки, привет, стойте. Как у вас дела? Да идите сюда. Мы знаем, что вы тоже занимаетесь всякой такой штукой. Идемте. Все. От нас убегают, Никита, и убегают от тебя. Привет. Как тебе хоккей? Нормально. Зажигает сегодня, да, вообще нормально. Главное, чтобы не сожгли арену. А то уже на цирк сожгли в честь Дня города празднования. Главное, чтобы не сожгли арену. Оплата 130 рублей, гляньте, друзья, с меня содрали. 100, авторизация, не прошло, все, Виталий. Не прошло, мы берем пиво и убегаем. Привет, мужики, как вам сегодняшний матч? Здорово. Здорово, наши выигрывают, это победят. С каким счетом, как вы думаете? 5-2. Идем далее, отлично, 5-2. Мужики, всем привет. Как думаете, наши сегодня победят? С каким счетом? 4-2, 5-3. С каким счетом наши сегодня победят, если победят? Соебательски. Вот, отлично! Это самый лучший ответ на сегодня. Заебательски, отлично. Главное, когда... О, привет! Наши выигрывают. С каким счетом? Сегодня счетом 3-2. 3-2. 3-2. Видите, как сегодня повезло. На арене очень много знакомых людей. Очень много. Вот давайте спросим у Мегафона. Мегафон, сегодня «Металлург» победит? Да. Точно? Да. С каким счетом? 4-2. Если нет, мы у вас все симки украдем, убежим. Представляете, сейчас идем, раз, и Сергей Мазякин здесь пиво стоит, пьет. Пришли сегодня сюда поздно, уж так получилось. Часть арены уже закрыта. Мы сейчас пойдем вокруг и пойдем на фан-сектор. Ну вот мы практически все пошли. Давайте по последних спросим. Мужики, сегодня победит команда? Да. С каким счетом? 4-3. Слушай, ну все ставят на 4-3. Может, мы с тобой, Никита, поставим? Все, что есть, все, что было нажито, не посильным трудом, блядь. А именно 15 383 рубля. Сегодня победит «Металлург»? С каким счетом? Сразу вижу. С большим. 4-2. С клюхой, который. Да. Молодец, пацан. Давай. Оле. Как дела? Привет. С каким счетом сегодня «Металлург» выиграет? Или вы не за «Металлург» болеете? Я болею за команду «Металлург». Я надеюсь, что наши сегодня выиграют хотя бы со счетом 5-3, потому что забьют 4-3 будет счет, наши сейчас забьют шайбу, и в итоге потом еще одну шайбу забьют. И в итоге наши выиграют 5-3. 5-3? Ты уверен? Да, я уверен. Потому как что... будет по-английски 5-3? Быстро, отвечай, не думая. Все. Оле. Пойдем дальше. Дальше надо ходить. Пойдемте дальше на фан-сектор.
Проходим мы и видим кого? Кого? Алексея Коломухова! Он здесь с нами вместе болеет! Алексей, привет! Идите отсюда! Антон Палыч! Антон, здравствуйте! Привет! Антон, как вы думаете, победит ли сегодня команда «Металлург»? Ну подожди, сейчас Потехин забьет. Потехин? Я понял. Будет ли сегодня пиво, блядь? Пиво, нет, пиво разыграли уже. Ёбаный в рот! Как? Здравствуйте! Давай! Здравствуйте, как у вас дела? Чё, макароны, берём всё! Берём, давай! Метал! Нас погнали, блядь, с фан-сектора! Очень плохой контент, да! Девочки, ласточки мои! Сейчас забьют, будет веселее! А «Металлург» сейчас забьет, это 100%. Ну все, мы находимся в фан-секторе, будем прямые включения вам отсюда давать. Оле-оле! А что, когда песен нет, ты что, так деньги зарабатываешь? Да, приходится зарабатывать так. Ушли на YouTube, блядь, да. Оставьте 1xBet. Один, реклама, блядь, на туре 1xBet. Эй, ара, брат, всем на падение, Сейчас недовольные мужики еще будут. Пьяные недовольные, за это можно здорово поебало получить. Кого нужно уволить, кого позвать. Меня, блядь, позвать. Кому когда меняться. Я говорил давно, меня в тренера. Смотрите. Ой-ой-ой! Убили, блядь! Убили! Оле-оле. Кого мы видим здесь? Здесь Лисенок. Смотрите, как ты думаешь, сегодня все победит команда «Металлург»? «Металлург» обязательно победит, не главное бойся. Верить и поддерживать нас. Ребята, ну что, «Металлург» победит сегодня, нет? Это круто. Привет и тебе. Победит «Металлург»? Конечно. Оле-оле. Что такое стартап? Стартап, моя золотая, это очень хорошая вещь. Смотрите, что делаем. Я лечу давеча на Бали. Пойдем со мной, я тебе расскажу. Лечу на Бали, ворую вот такую обезьянку маленькую. Ага. Живую обезьянку. Да. Переодеваю ее в футболку команды соперника. Ага. И хожу здесь в арене «Металлург», обезьяна здесь, я тут. Хожу за 200 рублей, конечки маленькие такие вот шитые на керну. И хожу по 200 рублей, фотографирую всех. Представляете, как хорошо? Вот, то есть ты стоишь в «Металлурге», а у тебя обезьянка в виде, например, с футболкой «Адмирал». Да, круто. Ага. 200 рублей мои с одного человека. Сколько я здесь человек отфоткаю? 100 человек. 100 умножить на 200. Впрочем, уже решай сама. Сколько это будет? 100 на 200. Быстро отвечай, не думая. 100 на 200. Много. Все, это будет много. Это и называется стартап. Бизнес-идеи от Титова Виталия. Бизнес-тренер Виталий. Мартышечный вор. Оле-оле. Здесь все. Инспектора, полицаи, болельщики, мужики пьяные, есть не пьяные, красивые бабы, некрасивые, толстые, худые люди, продавцы хот-догов, пиво. Короче, все здесь. Посмотрите, даже лояри как-то здесь затесались, короче говоря, в национальных костюмах. В хоккей собирают около 5-7 тысяч человек ежематчего. Друзья, мы ждем вас на матчах хоккейной команды «Металлург». Болеем за «Металлург». Только «Магнитка», только победа!